Летом традиционно происходит плановое отключение горячей воды. Для жителей этот период связан с определенным дискомфортом. Однако процесс приостановки горячего водоснабжения является крайне важной процедурой. Как и любое оборудование, абсолютно любое, и котельное, и насосное оборудование требует периодического обслуживания в своем периоде эксплуатации. Раз в год мы останавливаем, проверяем на прочность котлы, сделаем ревизию насосов. Если раньше эта процедура занимала 2 недели, то сейчас котельные проводят все работы в срок от 6 до 10 дней. Ревизии котельного оборудования, вот на фоне чьих мы находимся, мы проводим гидравлические испытания, промывки. В случае, если гидравлика проходит неуспешно, мы котлы ремонтируем и готовим к отопительному сезону. Также проводится ревизия теплообменного оборудования, которое уже готовит непосредственно горячую воду, насосного оборудования, подготовку химводоочистки, химводоподготовки. Это установка, которая из обычной водопроводной воды готовит мягкую воду для того, чтобы в котлах и в тепловых сетях, и в теплообменниках не было накипи. На данный момент подачу горячего водоснабжения на 10-дневный период прекратили котельные в Суханове и в селе Остров. С 3 по 10 июня в них будут проводиться плановые работы. У нас находится на балансе его эксплуатации 27 котельных, 18 из которых снабжают именно горячей водой. Вот все 18 в определенные промежутки времени будут остановлены. Не все сразу, а по очереди. Ознакомиться с графиком отключения горячего водоснабжения можно на сайте администрации Ленинского округа. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.